Всем, и вы на канале Влада Смайл. Сейчас я хотела бы сделать обзоры наконец-то на конфетки, чтобы вы не подумали, что это конфетки типа Харибо, Драже, Радуга, ну, что было раньше. Это обычные конфеты, но их здесь довольно много. Я увидела их в магазине, мне купили. Вот их довольно много, я хочу их каждый попробовать, потому что мне реально интересно. Хотела бы не пробовать. Давайте попробуем. Первую конфетку, это я хочу попробовать вот такие вот две конфетки. Вообще, я их раньше ела, но честно, я забыла их вкус. И как бы я их давно не покупала, я их не видела, и поэтому решила попробовать. У меня их две, поэтому попробую сейчас только одну, чтобы видели, если кто не знает. Такая вот это, вот здесь вот семечки, здесь шоколад, и то под ним тоже семечки. Еще вот так вот она выглядит. В общем, у нас на улице еще светло, и давайте пробовать. Под шоколадом тоже семечки. В принципе, проще купить козинак, обмакнуть его в шоколад, что довольно легко, и наесться. Раз и навсегда, можно так сказать. Конфетки эти называются, давайте я чисто покажу, Тузя. А, от Лукас. Тузя от Лукас. Вот такой вот здесь бигль нарисован, да? Это, если я понимаю правильно, это бигль. Скажите мне, это бигль или нет. Давайте я положу в упаковочку немножко. Вот мне удалось упаковать, точнее не удалось. Вот, в общем. А давайте пробовать дальше. Вторая конфетка у нас будет вот такая вот. Мишка на льдине. Цукерка, ведьмажатка на крыжине. Харьков. А, кстати, а где это делалось? Так, не показано. Полтава. Полтава. Полтавская область. Хотя тогда подальше. Может, мне... Еще вот такой вот. Чистить. Вот такой. Ведмежатку на льдине. Мишка на льдине. Вот такой вот. Вафельные конфетки вроде бы. Сейчас попробуем. Угу. Конфета довольно большая по сравнению с этой нашей первой конфеткой. Потому что эти намного дороже. Шоколад. Такая вот конфетка, толстенькая довольно. Это вафельная конфета. Честно говоря, не очень понятно. Напоминает, знаете что? Я извиняюсь, за окном орут. В квартиру за окном. Знаете, были такие раньше вафельки, как лимонные. И эти конфеты напоминают такой вкус. Есть какая-то кислинка. Ну, не знаю, но эта конфета не на мой вкус. Так, так, и следующая конфетка у нас. А, отложим. Это пускай будет... А давайте попробуем вот такой вот батончик. Это батончик вау, вау, короче, вафли глазурования вояж со сладкими шариками. Где это производится у нас? В Харькове. Сюда ездит часто мой друг. Пробуем. Такая вот вафелька, сбоку она надгрызанная кем-то. Печально. Боже, меня не видно. В ней видны какие-то орехи. Вот такой вот. Вот. Злаковые кульки. Лаковые шарики не чувствуются.
напоминает мне зеленый Джек. Вот так. Следующая конфетка у нас будет бисквит. У нас, кстати, оставались одни бисквиты. И бисквит этот будет кокосовый. Посмотрим, что тут написано. Бисквит с ароматом кокоса. Я надеюсь, что кокосы пушки. Изготовлено это все в Харькове. Кстати, вот эти вот, если я не ошибаюсь. Да, это тут у этих конфет, короче, да, я так понимаю, один и тот же производитель. У всех тех конфет, кроме вот этой вот, которую я попробовала, одинаковый производитель. Вот у меня на губах как будто какое-то мыло. О, господи, ужасно. В общем, давайте открывать наш бисквит. Кстати, вот как он выглядит, я не показала. Вот бисквитик. Но он твердый. Какой бисквит? Он же твердый. Господи, где я его открывала? А что я так туплю-то? Может, я его вообще с другой стороны снизу открывала. Ой, как я... О, да, нашла. Ага, как я и подозревала, он в кокосовой стружке. Давайте его достанем. Ой, как густо, кокосовая стружка. Шикарно. По-королевски. В общем, вот сейчас он становится таким мягеньким. Что-то непонятное. В нем между вот бисквитами есть такой кремчик. И он как такой сильно-сильно сладкий. Ничего непонятно. Только по кокосовой стружке понятно. Да. Это кремчик, хочу вам сказать. Тот самый. Ну, такое. Следующее будет бисквитик с ароматом клубники. Мы такое пробовали. Естественно, если он будет такой же, как этот, я не буду в жизни покупать бисквиты вот по одному. Лучше купить пачки и... Ну вот, как густо, ну. Это когда ты играешь в приготовление пончиков, и вот так вот ты пытаешься красиво, как бы, нанести крем. В общем, давайте пробуем. Он такой, знаете, он по сравнению с этим бисквитом довольно такой... Пышненький. Имеет пышные формы. Женский идеал. В общем, давайте пробовать. Эти два бисквита. Они были, так сказать, неотразимы. Если бы не этот очень сладкий крем. Да, он ужасный. Давайте пробовать бисквитик, как балу тоже в Харькове с ароматом тофи. Честно говоря, не очень понимаю, с ароматом чего. Ну, вроде какой-то кофе, что ли, или не знаю, сейчас попробуем. Он более-менее по сравнению с этим. Он как... Как, знаете, конфеты с коньяком или ликером таким, не вишневым. Оно, ну, такое. Последнее, с ароматом кофе. Капучино. Чё это я? Разучилась рвать. О! Себе. Он самый вкусный с бисквитом. С бисквитов. Это очень вкусно.
А мы отставили конфеты в сторону и пора прощаться. С вами был канал Влада Смайл. Всем пока. Счастья, здоровья, любви. Шучу. В общем, оставайтесь таким, как вы есть. Подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки и пока!